Всем большой привет, подписчики, интересующиеся природой, любители. Вылазка в наш лес ближайший на своем верном коне. Это велосипед Stealth многоскоростной, на который установлен мотор D80. Вот такая штука очень экономичная, как раз для пенсионеров. И ближайший мой сосняк, в котором я раньше все время собирал грибы, но столько я еще не видел. В этом году длительно шли дожди, и маслята, вот они сейчас молодые, только пошли, они растут прям рядами, рядами и кучами. Хотя это грибы не рядовки, они относятся к классу рядовок. Вот я иду вдоль этих куч и снимаю вам репортаж. Вот они буквально, не прерываясь, растут вот такими вот кучами. И вот целый ряд идет маслят молодых. Я вдоль ряда иду. Вот они кучно растут. Ряд идет, тянется до сосны. И таких вот рядов на горизонте очень немного. Вот они растут. Молодые маслята. Сейчас нужно их отваривать. И потом в морозилку в течение всей зимы у вас будет аромат соснового леса. Спасибо всем за внимание. Всего доброго.